проведу утреннюю разминку. Итак, поехали. И начнем мы нашу тренировку с первого упражнения. Это бег на месте. Делаем 30 секунд. Второе наше упражнение, которое мы с вами выполним, это прыжки вверх с высоким поднятием колен. Итак, приступим. 20 секунд. Следующее упражнение, которое мы с вами выполним, это захлёст ножками. Итак, поехали, 20 секунд. Следующее упражнение, которое мы с вами выполним, это будет перестановка ног вперед-назад. Итак, поехали. Следующее упражнение, которое мы с вами выполним. Я все время забываю. Выпады. Нет, там не выпад. Итак, следующее упражнение довольно-таки интересное. Но то тоже очень хорошее. Вот. Его мы будем выполнять 20 секунд. Вот. Итак, быстрая перестановка ног в стороны. То есть вот это упражнение выполняется таким образом. Итак, следующее упражнение, которое мы с вами выполним, это классические выпады. Итак, смотрим на технику выполнения, стараемся держать спинку. Тоже. Выполняем от 20 до 30 секунд, так как это у нас утренняя интенсивная тренировочка. Итак, следующее упражнение, которое я с вами выполню, джампинг. Тоже делаем в течение 20-30 секунд. Итак, следующее упражнение мы с вами выполним, это приседания. Вот, смотрим за техникой выполнения, чтобы колени не выходили из носочки. И отводим таз назад. То есть вот. При этом мы добавляем вот такое движение, касание. Сводим ножки,
5. Итак, 20-30 секунд. Следующее упражнение мы выполним отжимание. Соответственно, мальчики делают полностью стоечки. Вот. Если данный комплекс выполняет девушка, вот, то покажу отжимания для девочек. Вот такие. Не вот так вот. Не ложимся. То есть чуть-чуть вперед, держим спинку и отжимаемся. Ну, для мужчин, соответственно. Делаем в течение 20-30 секунд. Итак, следующее упражнение, которое мы с вами выполним, это пресс-велосипед. Ножки. Тоже выполняем в течение 20-30 секунд. Все зависит от ваших физических возможностей. Итак, следующее упражнение – это планк. Сегодня мы выполним движущий планк тоже в течение 20-30 секунд. Все зависит от ваших физических возможностей. Итак, приступаем. И следующее наше с вами упражнение – это боковые выпады, растягиваемся, пяточку не отрываем и плавно переносим с одной ноги на другую. На этом наша тренировка закончена. Будьте здоровы. Спасибо. Пока.